Thank you.
крайней мере, я как-то двигаюсь. Осталось немного. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Сумел вытащить оттуда товар. А ты смелый. И груз-то какой. Ты глянь. Ты по сноровисти этих увольней из Fragile Express. Дай угадаю. Великий доставщик, да? Я так и думал. Развалины не были бы развалинами, если бы Фрэджайл нас не кинули. И Бриджес, восстановим страну, ага. Только людей тормошите. Если бы не вы, моя девочка осталась бы жива. Она была там, когда террористы попытались взорвать Южный узел. Она была уже мертва. Из-за вас. Он не прав. Она в убежище к юго-востоку от развалин. Давай я тебя подменю. Если он не собирается выходить, то все равно на кого он будет орать. Пусть уж лучше вымещает злость на мне. Бриджес, Фрэджайл говорит, моя девочка жива. И я должен поверить ей на слово? После того, что было? Ну уж нет. Ты должен мне это доказать. И я знаю только один способ. Я через тебя передам кое-что этой женщине. Если скажет, что это ее, приведи ее сюда.
И еще вот это возьми. Это контур, улучшающий устойчивость и подвижность. Собрал его из подручных деталей. Только давай сразу проясним. Я даю его тебе только для того, чтобы ты гарантированно добрался до места. Если моя девочка жива, то как увидит эту посылку, попросит, чтобы ты отвел ее сюда. Окажешь мне услугу, я в долгу не останусь. Отлично. Доступен новый заказ. Сэм, размещен заказ. Загляни в терминал доставки. Старьевщик говорит, что хиральные часы очень хрупкие. А такой груз лучше носить на руках. А вот еще кое-что от старьевщика. Сэм, этот активный контур увеличивает скорость. Он усиливает движение мышц, позволяя перемещаться быстрее. Если очень спешишь, то можешь даже усилить его, но усиление быстро сажает аккумулятор. Подумать только, он сделал это из мусора. Такой талант не должен пропадать. Thank you.
Шаг за шагом.
Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Fragile Express? Нет. Ты курьер Бриджес, да? Я не ждала никакого груза. Там ничего опасного, да? О, Господи! Я и не надеялась снова увидеть. Дай-ка взгляну поближе. О, невероятно! Нет ни единой царапины. Не знаю, как тебя благодарить. Значит, я теперь в уникальной хиральной сети? Чудесно! Я рада стать частью UCA. Зайдешь еще раз, да? Отнеси меня. Пожалуйста. Я должна его увидеть. Сделала для него. Когда напали террористы, мы с моей мамой едва успели убежать. Я пыталась потом его найти. Правда. Просто я не знала, где искать. Но перестала я не поэтому. Он не нравился маме. Она ясно дала это понять. Но я не думала, что она опустится до лжи. Она сказала, что он умер. Я поверила. А потом то сообщение. Это он. Это правда он. Я не должна была сдаваться. В глубине души я знала, что он еще жив. Но не могла же я бросить маму одну. Я решила, что надо смириться. Но я не могла. Даже если бы очень захотела, я увязла в прошлом. И не знала, как жить.
отнеси меня к нему. Умоляю. Я готова. Можно идти хоть сейчас. Только согласись. Разворачиваю автономного бота-курьера. Это пистолет для стрельбы гематическими патронами. Они наполнены твоей кровью. Если наткнешься на тварей, он должен помочь. При использовании патроны наполняются кровью из твоего тела или имеющихся пакетов. Количество крови зависит от того, как долго ты держишь спусковой крючок. Чем дольше держишь, тем больше крови потратишь и тем сильнее ранишь тварь. Только постарайся не обескровить себя, ладно?